Молодежный оркестр Одинцовского центра культурного развития на камерной сцене Московского международного дома музыки. Наши музыканты стали участниками концерта лауреатов благотворительного фонда Спивакова. Публика тепло принимала Одинцовский молодежный оркестр, который в этом году отметил свое пятилетие. Творческий коллектив объединяет более 30 музыкантов. Они постоянно совершенствуют свое мастерство и берут новые творческие высоты под управлением наставника-дирижера Дмитрия Михновича.